Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал ситуацию с отставкой Разумкова. Считает это внутрифракционным вопросом. Назвал большой ошибкой Разумкова и его команды то, что они выносят этот вопрос на публику. Зеленский также озвучил, что вопрос отставки Разумкова – это внутрифракционный вопрос. Вопрос, Дмитрий Александрович, для меня, простите, совсем не вопрос. В целом, скажу откровенно, я считаю, что этот вопрос внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы или консультантов, которые с ним сейчас работают, что он выносит этот вопрос в публичную сферу, в медиа. Нет, секретов нет никаких, отметил президент. Также, отвечая на вопрос, есть ли у него проблемы к работе спикера, Владимир Зеленский отметил: для меня все очень просто. По поводу работы спикера – любого. По поводу работы председателя комитета – любого. По поводу председателя областного государственной администрации – любого. Для меня это как меню от партии «Слуга народа», которая есть, она работает этим меню. Это наша обязанность. Поэтому очень просто. Если мы боремся с олигархами, подпишите закон. Это очень просто. Если не подписываете, ищите другую команду. Если вы вкладываете свою жизнь в борьбу с людьми, которые делали все, чтобы мы были единой страной, если вы поддерживаете санкционную политику, я считаю, поддерживайте. Если вы не хотите поддерживать, или иное лицо, вопрос не в нем, но другое лицо, если не поддерживает позицию по борьбе с олигархами, если не поддерживает позицию относительно санкционных политиков государства, я считаю, что просто у этих людей другие политические взгляды. И это нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они другие, чем более 200 человек, другие, чем 73%, которые отдали голоса именно за ту программу, мы ничего другого не делаем. Это нормально. Значит, ты живешь своей личной жизнью, подчеркнул глава государства. Напомним, что депутатская фракция «Слуга народа» собрала более необходимых 150 подписей для инициирования отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Об этом заявил нардеп от «Слуги народа» Алексей Устенко в комментариях «Интерфакс Украина». «На момент моего подписания было уже 160 подписей», подчеркнул он.